Why waste a good opportunity for pain? Бля, моя любимая карта. Мне тут так везет в последнее время. Ну ладно, Стив не Нэнси, Стив может ускоряться через окна. Я не люблю обонился? Еще скажи, что ты лабораторию не любишь. Там на середину надо держаться с балансом. Тут есть где прыгать хорошо. Главное не орать. Ворон, ты меня не видел. Так, слышу, что-то террор какой-то. Стандартный. Так, это траппер. Чувак. Траппер, да. Да, светящийся. И слепой. Смотрел на меня в упор и не увидел. А он меня, кстати, нашел в итоге. Ну смотри. Я такой бегу. Лечу. Ага. Надо мне посрать. Лечу. Вот. Так, я в центр, короче, иду. Лечу. Лечу. Блин, уже совсем забыл. Так, не используем. О, блин. Мэри аж испугала меня. Еще атаку. Мэри сейчас, наверное, очень ругается. Сука, блядь! А, нет, я подумал, я в ловушку захерачился. Нет. Прости, Мэри. И снова Захар, привет. Он сейчас сюда придет. А он идет? Я понял, что он... Блядь, Поленко! Цена не... Он что, за мной? Нет, он Мэри вешал. Надо Марусю спасать быстро. Я спасу, меня часы. Я тут рядышком все равно. Ну, Макс, вы это можете, потому что я... Так, под вопросом иногда, потому что... Мэри вижу в нормальном скине. Да? Да. Блять, вот он шляется. Я увожу. Он шляется. Ага, увел. Ага. А вы в центре, да? Нет, я ушел из центра. Он вроде шел за мной, но не знаю. Мячик, сука. Захар. Да, колено. Колено. А, он там идет? Он был по лету сбрасывает татару. Я не видел, я... Блин. Каш, херня, я тоже палетку не увидел, когда надо было. Что-то он какой-то это... Он какой-то он чуть-чуть... То ли он слепой, то ли он наркоман. Да, он какой-то незрячий, мне тоже показалось. Серег, ты там как, снимешь? Знаешь, он... Я просто на другом конце карты сижу. Подожди, а что с Мэри-то, я так не понял. Если убегает. Да тебе тут сквозняк. Прям над генератором окно так смешно двигается. Блин, один только ген починили. Я уже скоро дам второй. Нет, только не это, только не сюда. Блядь, нет, только не это оценили. А он здесь? А, он с тобой, Захатор? Да, он за мной бежит. Я просто удивляюсь. Я, походу, уже забыл эту лабораторию сраную. Сейчас Мэри покажет, смотри, видишь? В хлеборезку она там светит. Опа. Так, открывашки вроде нет. Не понял. А что тут светло так? Они что, свет исправили здесь? Я же говорю, у разрабов. Да, они свет тут меняют. В этот свет они... Лампочки новые вкрутили. Что, кемпить будет, да? А, он там все еще ходит, все смотрит по сторонам. Ну, скотина, блин, что я могу сказать? О, блин. А, ну, по старой традиции, когда ты снимаешь... Ну, в принципе, при нормально. Лучше мне бы... Я в душевой. Лучше. Так, Мэри тебя там снимет, я смотрю, она. Да, она там вообще, она... Слушай, из-за чего так долго ее не было, так не понял. Она на компьютер, говорит, копила. Понял. Ну, там у нее там другие там были дела, там, помимо комбудации. Она на спринтах? Кажется. Great skill check, нихуя себе, красавчик. Давай, Стиви, ты можешь. Я верю в тебя. Да чё гены так долго заводятся? Это ж пиздец. Я даже с ускоряшкой заебался чинить. Где, какие 80 секунд на ген, блядь? Тут, по-моему, уже минуту целая. 80.
О, дали генгенчик. Амаз. Ну а вы что думали, я тут, блядь, прохлаждаюсь в душевой. Стив тут весь в работе. В поту и в мыле. Твою мать, блядь. Что с тобой? Ага. Амаз. Так, тут голяк. Блядь, я напугался. Серый, ты походу уже устал. Я прям уже чувствую. Да нормально. Часа с ней ты там возилась. Блин. Ну я победитель, повелитель капканов. Бля, ящик такой интересно стоит. Уходи, там этот бежит. А, ну я по своей глупости не заметил, конечно же. Ну ладно. Ты случайности, блин. О, Захатова это. Time to die. Да, у Сахара, да, смерть. У Захара там не то, что блин, смерть. С одной стороны, может пойди подними его, ты хоть целенький, может успеешь. Может, на льдине все поднимаешь. Не, нет, уже все. О, успел, О, Захатова скил. Молодчина. Мэри, а я это давай починю, стой, придурок. Вернись. Прикиньте, я не заметил даже капкана. Я даже не заметил. Блять, я представляю, как он бомбит. Захатору, он сейчас скил. Ушел. Блин. Спасибо, Мэри. Блять, иди, Серег, открывай ворота, я подставлюсь под Захара, нахуй, пока его не убили. Ты уже висевший, а нет. А, он идет сюда. Я его привел всю чальню сюда. Так, я видел. Он ну, тебе идет. Чем килл? Блять, Захар, а ты где? Блять, я понял. Ты повелитель капкан. Я говорю, я слепой. Я не вижу ни хрена. Я забываю смотреть внизу. Вот я забываю иногда. Захарчик, нет, стой, 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 стой. Мы тут возле люка, если чё. Сколько капкан плавил? 4 или 5? Твою мать, подрезал. Захар, давай по стелсу, короче. Она вообще хоть где-нибудь была? Не бывает где-нибудь? Чё, обратно, да? По стелсу, короче, к воротам пробирайся. Открывай ворота. Ну, стараюсь. Нет, это в центр, ты идёшь, иди налево куда-то в сторону стены, я пойду Серёгу сниму. Главное, поаккуратнее. Так, где он, блядь? Слепо, нахуй. Он вот там, вправо, там, где мы, там. Да-да-да, я вижу, вижу. Блядь. Так, ну чё, рискну? Рискну сейчас. Полностью их открывать? Раз, говорите. Давай полностью за театр. Блядь! За театр! Суки! За что? Он идёт к тебе за театр. За что? Я же, блин, вот опять вот. Это уже пятый, не шестой. Пошёл, суки! Отлично. Спасибо, братан. Спасибо. Я даже не заметил. Ну, блядь, я пытался, но все равно. Блядь. Еще другие же ворота были же. Я помню. Это была ошибка. Блин. Большая ошибка. Что за бред? Аж холодно рукам стало. У-у-у. Не, ну я чё. Блядь, он меня спасти ебаный. У меня это, походу, это... Короче, он меня, походу, обхитрил. Отец, ты где? Он не то, что обхитрил, он... Я опять... Не открываешь там ворота? Нет, он меня прогнал от одних ворот, а вторые я еще не нашел. Я опять заблудился в этой странине. Вроде они здесь должны быть. Мы если там трапа вообще не... офигенно спряталась. А, нет, я сделал полный круг. Там трапа стоит, трапа. Ага. Вижу. Мэри открывает. Ага, как. Ну. Угу. Он идет. Наш... Ясен пряник, он идет. Она сейчас будет открывать. Вот она уже открывает. И ты тоже открываешь. А Серега, как обычно. По старой схеме. Да, понятно, стелс не удался. По старой схеме Серега тут как. Блять, вы другие ворота не открываете там часом?
Они открытый, там... Открытый. Валите, я возле люка. Я надеюсь, он не на... Хотя, может... Ты возле люка, да? Да, я возле... Да, да. Мэри, 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 куда ты? Вот жалко, она то, не... что она не в слышит. Тусовке, потому... Жалко, что она это не в тусовке. Если она была в тусовке, то главное, чтобы... Блять, он нашел меня. Только я долечился. Давай, открывай. Давай, открывай. Давай. Да, ну конечно, на капкан, на капкан упороться прям вот. Это прям. Я только слышу ножки. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Чё? Тер, ты это видел? Но. Не, ну Мэри очень хорошо, кстати, использует этот фонарик. Нормально. Давай. Нормально. Бедняга, опущенный остался. Ух. То я опущенный. Захар, ты в КТР собираешь бомбы, здесь собираешь капканы. Вообще обычно я победитель капканов. Да, вообще обычно я капканы собирать люблю. Это моя фича. Она же скучная. Пару раз поиграл, и все, и хватит. Я думал о ней, но она сама пришла. Я просто думал взять карту Lamping Lane, но она сама выпала. Значит, следующая выпадет Silent Hill. А, ну правильно, когда я за Стива играю, у меня тотем рядом со мной прям стоит. А когда мне за Нэнси нужно тотема найти, хер найдешь, по всей карте бегаешь. О май. Стас. О, Наташка. Наташка. Я знаю, это не Наташка, это Юлька. Она увидела, что я ломаю тотем. Ее это взбесило, она ко мне руки сразу тянуть. Мать. Чистит мои тотемы! Мэри пошла уже, мать. Что за тотем-то горел? Обычный. Серег, привет, мы тут бежим. Бля, руинка. Побежали. Паровозиком, паровозиком. Расцепной. Он за мной, да? Головички, кто из вас дно? Он сделал свой выбор. Звук. Тихо. Это. Блин, слушайте, да ладно! Нихуя ты шустрый какой! Стив, бля, беги нахуй! Еле-еле, блин. Ну я еще помню, там они в некоторых этих домиках могут быть. Что помню. Нэнси. Нет, 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 не трогай, не трогай. Эй, дружись. Ничего, ты хорошо играл. Он надрал тебе зад, но ты был молодцом. Держись, все хорошо. Да, все нормально. Сука. Серьезно, бля, сердитый Стас, у него что, третья стадия? Еще у него такой щуп большой. Стас злой. А что, тебя бросил? Да, Мэри его отвлекла. Так, а кто тебе тогда это? Я еще не рекаверился. Вы чините пока, я дам знак. Серег, ну ты можешь пока выдвигаться. Серег, ну ты прям красавчик. Круг дал. Блять, опять под руином заводить. Блять, он пришел ко мне. Эх, тайни, тайни. Спасчатный лус. Пытай меня не везде, они даже в реальной жизни, Серег, слышишь? Да, да, тут на тралик идеально успеть, это же все тайни. На автобус, блин, там еще пробки идут. Он ищет в доме. Успеть забежать. Вы там чините. Шкафы проверяют. Я тебя сейчас дам. Кас прыгнул. Ну ты повиси, повиси, повисяй. Ну да, Холь, мне ничего делать не надо, я знаю себе отвисаю. Так, он походу сейчас. Так, он пошел в адрес. Тут у него руинки. У Захатора генра, что? Давай за дом. Два гена чини, вот тут все. Серьезно. Слышь? Руин! Чего точно, говорил? Да, 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 он чекал руин. Он видел, что я тогда побежал и пошел чекать руин. Ах ты! Скотина, блин! Ты ж без аптеки, да?
Я с аптекой. Я? А, я без аптеки, потому что у меня это чемоданчик. Но это была плохая идея, так что... Красавчик. Мной... Да. Ну, в принципе, такое себе. Нормально. Что-то какой-то... Давай, Стас. Давай, давай. Стасуай. Да где проход? Давай. Я говорю, извини. Ров, лети. Зачем я обходи? Так, а он был таким говном, он так и остался. Этот дизайн сам из ремейка. Скин обещают в ноябре, по-моему, новый. О! Ебан. Ваня прикольный. Даже знаю почему. О, Ваня. Там этот. Алян идет. Там этот. Толик идет. Сейчас надо убежать от Толика, а то он схавает. Все, спасибо, босс. Ищем ген. А вот ген... Так, здесь есть? Так, подвал. Во-во-во. Я, короче, в этом, внизу. Я нашел одиночный ген на втором этаже. А, ну это хорошо. Чем мы это дадим, в принципе? По-быстренькому. По-быстренькому. Так, не иди за мной сразу, не иди. Он за мной. Он нашел меня возле Гена. Он тебя мстит. Блять, сука. Вот сейчас уже не лезь. Ха, что тут есть? Кто там? Что кто там? В моем домике. О, баланс успел откатиться, отлично. Вовремя на Мэри выбежал. Ля, какая она сасная в этом прикиде. Даже тихо на Кейт. Потом она это будет смотреть на это. Даже не, даже не похожа на Кейт. Не такая страшная. Отлично. Ах. Наталья Ивановна. О, блядь. Кто там? Анатолий идет. В моем кто доме Анатолий? Что-то делает женщина. Иди отсюда. Анатолий. Серег, я тебе могу только посмотреть. Анатолий, посмотри, пошел нахрен отсюда. Отсюда нет, Анатолий не звали, идите. Анатолий мешается. Ну все, это потеря. Нет, 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 не иди сюда, пожалуйста, я почти дочинил. Блять, придется цена своей там? Жизни. Нормально, все хорошо. Бухурошечная, я так сказал, бухурошечная. Три гена, три генератора сразу починил, это прям... О нет, а вот это уже нехорошо. Что... Блять, у меня дейлик, кстати, мне надо ворота открыть. 99? Ты до сих пор делаешь? Так я не играл уже за стил. 99 открывать или на все? Можешь мои тапнуть, я... Потому что вот... Сейчас тут пофармлю немножко очков, я тотемчик нашел. Где Мариотер у нас? Дальбан. Мариотера теперь, да, Серег? Да. Сергеттера, Бахаттера, Мгеттера. Мариоттера. Не сможем тебя спасти, ты же понимаешь. Блин, он рядом со мною. Он знает, где я нахожусь. Открывать мне ворота быстро. Да, открывай, открывай, Захар. Я сейчас ее сниму, и мы кладем в ворота рванем. Спасибо. Блин. Все, даем себе ворот. Ну, короче, я... И не пыли, и... Да. Да. Отлично. Дядя Стас. Нет, не хочешь. Я ну нос. Ладно. Обиделся. Ну все. Идеально сыграли.
Кто ты? Окей. Спрингвуд. Я думаю, будет школа. Да, кривашка, я слышал, да? Захатор, вот и ты. О! Кривашка. Не, иконки перков ураны. Вот где-то здесь. Причем тихо. Вот он. Мансуй, Киана, мансуй. Когда в нашей команде Киана есть, я чувствую себя спокойно. Нормально, да. Это хит. Нет. Какой хит еще? Тихо. Гены, другие ноги. Алло. О, я нашел. Открытый. Не может быть такого, чтобы нету. Где? Он одиночный, Захар. Где? Да, почему, когда я один играю, мне таких маньяков не дают? Мне подвал всегда это привлекает. Все, он заебался. Что руин? Там, руин? Да, руин. Главное, чтобы он ко мне это, не до это, не довыеживался. А то он это, идет ко мне. Один он был. Нет? Здрасте. Слепая хуйня. Мазила. Генерал, что он? Я маслину поймал! Ой, блин. Что, Хатору? Что? А, это ты меня тарил? Да. Он меня в окно прострелил. Че я? Господи, ты... Ни в одного не стоит. Это кто это? Уже забыл, кто это. А, это стрелок, господи, ты, блин. Так. Ну давай. Хорошему руин бы стоит найти, наверное. Не, все-таки он скотина смог. О, нашел. Все, от кусты, да. Я там ген, кстати, вычинил на 50% на втором этаже. Он за мной, кстати, бежит. А, у него же руин, точно. Бессмысленно. Надеюсь, я от... Нет, я от него не убегу. Вот и... Ну чё? Are you sure about that? Хорошо. Ну давай, как ты это будешь брать? Слушай, а чья это бирка вот эта... радужная? Я уже забыл. А, руин не упал. Серёга, это твоё? Значит, у него не смерть ещё. Это ЛГБТ. Захарчик, это ЛГБТ. Это пидорасты. Захар, он там рядом? Да хрен знает, он там в этом мэри там это вводит, по идее. Там пытается отвести. И вы все пришли. Ставим Захар. Беги, беги. Да. Какой себе сейчас? Мигель, блять. Корова ты! Я не хотел тратить эту. Быстрее надо перелазить. Чтобы ладно, не мать, тебе просто везет, что он косой. Ёб твою, все, я упал на. Он перезарядился, и посадка, да? Убиваем. Убиваем, набиваем. Давай починю Захара. Отлично. А, ну да. Угу. А он... А, блин. Он за мной, босс, по-моему. Она так, руинчик, руинчик. Опа, а там, кстати, ген остался, да? Правильно же? Правильно. Отлично, ген. Воу! Блять, в самый последний момент, сука. Короче, Серёга, не иди. Я чувствую, где-то вот рядом его идешь этого Аболтуса. Да он снайпер от богов, Захар, не переживай. Угу. Так, а здесь ген. Вот он.
Ну, как бы, как переживать все, но все равно жалко. Как там дела с генератором? Я только сел. Наполовину завел. 10%. 80%. Так, инфа, он за мной. Он ко мне. Так, точно нет. Все, даю ген. А, вот он, кстати, один. Так, ну что, открываем ворота. Надо ее сразу освободить. Я спасу. У меня часы. Тихо. Укрись. О, там, блядь! Хаттеров! Да блин, я-то я испугался наоборот. Я такой подумал, блин, он не придет ко мне, нет, он пришел все. Мстить, скотина! Нет, за хатру. А, мы потеряли за хатру. Серег, давай иду к воротам. Полечим тебя сейчас и спасем Сахарчика. Встань туда. Каким воротом? За школой, которая. Да любые тут, блин. Ну те, которые вон там рядом со мной, они другие надо проверить. О. Я, в принципе, я уже понял, где нахуй. Блин, так. Ну что я сделал? Ты случайно отвлекся, слышишь? Ты знаешь, это хатеру, ты же знаешь, куда бежать? Да. Знаю, главное не упороться и не это. Слышь, Серег, не наебнуться, не упороться. Да, что-то типа того. Давай, Захарчик, я тебя дефаю. Ты куда побежал? Я? Там тупик, Захар, там закрыта дверь. Назад. За мной. Ну я говорю, я слепой, блин. Прям по волосикам пролетело. А Мэри там сзади хоть? Точнее, с нами хоть? Не знаю. Ты чё ты это... Всё, выходим до хатера, тут не стоим. Да, то это может плохо кончиться. Не, ну обычно там это Юля, как обычно, там стояла. Я хрен его знает, для чего там стоять, блин. Хитулю дать. Нет. Ну, хитулю дать. Хлебальнику не хочет она. Не, со стрелком... Да, почти. Я помню еще вчерашний стрим, я помню, господи. Майкл Майерс. Я до сих пор пересматриваю вчерашний стрим, блин. Серый, как же тебя жалко. Серьезно. Снежок. Где Мариотер? Она там. Я тебя, блядь, спижу. Так, дартный террор. Что, трапер, что ли, Серёг? Блядь, это трапер. Все, Серёг, пизда нам. Без Захарчика не вывезем. Спасибо, Дэвид, блядь. Кретин, блядь, тупой. Привел его прям ко мне. Мэри пытался его в ухо заслепить. Затрапил окно. Вижу, потом сниму её. Ребята, я к вам в мейн. Вы где? Я чищу тут окно. Сверху, снизу. О, май. Ёб твою. А вот так нахуй, хуй там хитрится. И чё? Пошёл нахуй отсюда! И что ты меня бросила? Так, хочу, наверное, дать сюда. Я не добью, наверное.
Это добивно. Я падаю. Опять. Вторая подстава. Спасибо, Сережа. Что? Какая подстава? Чем ты там занимался? Блять, пытался найти аптечку, потому что Мэри не долечила и бросила меня. Ну ты, конечно, блядь, молодец. Так, что мы здесь делаем? Отец. Как так? Да чего ты? Как ты до такого докатились? Не, сначала его ко мне Дэв привел, потом ты. И Мэри мне вообще непонятен был мув. На четверть вылечила и бросила. Ты дистанцию нарви сразу там, или что-то вот того. Займи своего позицию. Да что, учить надо, ты ж краснюшчи рано. Угу, в далеком прошлом. Нормально. Я тебя ненавижу, мразь. Блять, почему усы друг друга не могут пиздить, а? Я бы нокнул этого Дэвида. Это ты не посмотрел, ты заперся, он на реотор. Часы, самохил. Осколок, наверное. Чё, всё? Ёлоп твою, Дэвид, блядь. Серёг, ты снимаешь? Снимаешь. Угу. Трапа. Как этот шприц, блядь, использовать? По-любому сейчас сюда подбежит же, да? Ну да. Слышал, что кто-то открывает ворота. Хорошо слышишь. Ну так у меня торопли. А, это Дэвид он. Тоторо. Я думал, это ты. Крик похожий. Открывай. Налетел в капкан. Нашел дураков, блядь. Он хочет, чтобы встали в трап. Ага. Может, квест? Да ладно, хуй, давай. Ты же умрешь, Серег. Сейчас стану прям в трапу, да? Это будет мем. Ну не знаю, выполнил квест или нет, этот хлопец.
3 вроде бы надо, как раз 3 мы встали. Ну что, адепта делал, что ли? Кукурузка. Так, вижу бомжика. О! Open it, box. Отлично. Видим Риоттера. О! Он голый. На гоблина похож. О май гад! Блять, через щели даже не видно было этого. Ну да, в последнем матче надо было на него наткнуться. И опять на колбине. И опять надо коробку украсть. Там побежал спасать тебя Твичер. Я за коробкой. А то сейчас цепная охота начнется. И никто не отслепил. Влада Плета. Пока он тебя вешает, Ай, сука. Да ладно. Сука. Я понял. Здоров. Сука, всегда забываю, что их надо, блядь, с цепи снимать. Ладно, как ты? Хуя он резкий, блядь. Мне нравится, как ты каркаешь. Ну да, это только у меня сурвы успевают, блядь, туда прыгнуть. Походу дело, себе в коробку нам с тобой спиздить не светит. Я попал в грейд. Во, вот этот надо завести ковенок. Давайте в 3 дуплета сейчас его. Серег, там есть еще коробка, она за спиной. Рибку. Возьмем. Возможно, она заметила. Нет. Это оригинальный метер. Там не слепота наложена. Я типа вот ровно. Это он меня повесил на какой-то. Бля, надо ж на риэлтора так упадет. Слышь, коробка. Да, бери, о, пока он его вешает, ты успеешь разгадать. Да в смысле? А меня-то за что? Да ёб твою мать. Угу. И протонуться успел, потому что опоздали, коробку поедали. Твою же мать. Так, а ХГшка была? Ну, где? Пойду в комбайн. Где, придурок? Где моя аптека? Ну что ты так стонешь, пёс? Ты же твичер. Ты же имба. Отлично. Так, а кто чем занят, мне вот интересно? Кто-нибудь гены чинит вообще? Мы чиним мариоттера. Я спасу его. Я возьму коробку. Да? А, это у меня забывчивость висит. Террора слышать не буду. Так, он напал на Мэри, все, я беру коробку.
Да, бери уже, короче, пора. Угу. Взял, блядь. Хуй тебе, ублюдок. Тащи, отец. Удушил, блядь. О, вот это. Убил. Ладно, нет. Нет. Так, ну я тут падаю. Полегка, дали. Вот когда коробку надо брать, когда он кого-то тащит. Ну, только сейчас появилось еще рано. Так, зато я теперь знаю, где мой тотем, который мне надо сломать, чтобы снова слышать террор. Да, блядь, неприятно, когда с террором. Надо тут тотем искать. Блядь. Так, я коробку больше брать не буду. Ну ее нахуй. Но она лежит рядом, так что берите сами. Ну я пробил, кстати. Что произошло? Почему нет дома? Опенет бокс! Опенет бокс! Тут нихуя нет. Дэвид, возьми коробку. Будь другом. А чё он тебя не берет? Он телепортнулся к Дэвиду? Потому что Мэри вот тут вам хочет быть. Мэри вот пора. Кто хлопца пойдет спасать? Мы пойдем. Угу, все, я короче, отъезжаю, ребят. Не убегу уже никуда. Мне крышка. Так, давай я сейчас попробую коробку перебасить. Блять, я как раз к ней бегу. Ну, сразу видно, кто самый скиловый здесь. Пусть собой. Все нам надо поднять. Я за деревом. В траве сижу. Чего? Вдвоем уже нанимай, да? Бросай! Отлично. Даю. Ах, хоть с тобой, блядь. Фризила нахуй так. Хуй знает что. Я золочугу открывать буду сейчас. Быстрее! No, god damn it! Долго рвал. Мэри Уоттера.
А какие открыли? Вон те открывают, а еще где были? Вон те открыли. Да, который рядом. Что-нибудь по часиками снимаем и делаем. Блять, я уже не сниму. Кстати, ты в курсе, что когда он тебя цепями хватает, ты выбежать не можешь? Блочится ворота сразу. Блять, если бы я не был ранен, я бы тебя спас, блять. О, Мэри за 100 километров. А, не, вот она. У меня нет часов, у меня нет часов. Да. Отлично, красавцы. А я аптеку вынес? Или я где-то проехал? А чё Шрек делает? Артакер, он типа наш? Русский? Ну да, наверное. А аптеку здесь такой? Давай, циркач. Красавчик. Да, душно-душно было. Прям пиздец, я думал, мы погибнем все. Никто никого не бросит. Может, я и... паршивый бойфренд, но... оказывается, я отличная нянька.